связи между Оренбургской областью и Федеративной Республикой Германии достаточно стабильны, они развиваются как во внешнеэкономическом спектре, так и в гуманитарном спектре. Всему этому способствует как раз сегодняшние события. Взаимоотношения России и Германии развиваются по разным направлениям, и свой значительный вклад в это дело вносят оренбуржцы. Генеральный консул Германии господин Классен сказал, что впечатлен, как в Оренбурге хранится память о подвиге Александра Шмареля, и выразил благодарность организаторам этих дней, благотворительному фонду «Евразия». Стипендии имени нашего земляка-антифашиста вручаются от имени фонда «Белая роза» из Мюнхена, города, где жил, боролся и погиб за стенках гестапо православный немец Александр Шмарель. И по традиции стипендиатов четверо, и это всегда девушки, двое из ОГУ и двое из педуниверситета. По их мнению, стипендии дана им за... За отличное знание иностранного языка и за высокие достижения в учебе. То есть отличница? Да. В школе основным языком был немецкий, а английского как такового еще не было, и поэтому я пошла на немецкое отделение. В заключение торжеств протоиерей Георгий Горлов сказал, что святые бывают разные, но самые чтимые те, кто принял мученическую смерть за веру и правду. Именно к таким принадлежит Александр Шмарель, святой великомученик Александр Мюнхенский. Елена Чернова, Георгий Пролуцкий, Новости дня.